Сегодня дан старт достаточно продолжительной кампании экзаменационной, которая будет длиться основная часть до конца месяца и плюс дополнительные дни, то есть это до 10 июля, будут проходить через нас вот эти вот мероприятия по тестированию. Зарегистрировано всего порядка 16,5 тысяч у нас. Сегодня сдается белорусский язык. Больше 1000 ребят зарегистрировалось. Максимальная нагрузка составит у нас ежедневная порядка 4000 абитуриентов будет сдавать. К тестированию привлекается более 5 корпусов университета, более 80 аудиторий. То есть единовременно это все действует, работает как часы для того, чтобы обеспечить непредвзятость, прозрачность и честность процедуры по выявлению знаний абитуриентов. Мы из Минска, поступает дочка. Планируем поступать в БГУИР. Дочка закончила школу золотой медали, вот планируем поступить. Так что волнения очень большие у нас. Конечно, очень волнуемся. Для нас это первое централизованное тестирование. Приехали мы из Логойского района, самая лучшая наша школа, номер 2 городского поселка Плещеницы. Поступаем с сыночком. Надеемся поступить в авиационную нашу академию. Удачи всем поступающим, абитуриентам, педагогам. Волнуемся за всех. Держим кулачки.